Прямые перелеты между Российской Федерацией и Республикой Молдова остаются невозможными, сообщил премьер-министр Дарин Ричан в студии «Эксклюзив ТВ». Прямые авиасообщения не смогут осуществляться до тех пор, пока у российских компаний нельзя будет летать через другие страны. То есть в любом случае нельзя лететь из России в Молдову. Поэтому облетая ничего, Украину, например. Не могут. Премьер не пояснил, почему на данный момент он не считает возможным обсуждать эту тему с российскими властями, учитывая, что тысячи граждан Молдовы проживают на территории этого государства и не могут напрямую прилететь домой. Ричан добавил, что правительство ищет технические решения для возобновления денежных переводов между двумя странами, отметив, что переводы прекратились не по инициативе правительства, а из-за международных санкций, под которые попали российские банки, к которым присоединилась и наша страна. Вместе с тем правящая ПАС тогда также потребовала введения некоторых запретов. Что касается авиасообщения между Молдовой и Россией, то оно было прекращено в феврале 2022 года с началом войны на Украине. Позже, 9 сентября того же года, компания Air Moldova объявила о возобновлении полетов в Москву, начиная с 1 октября 2022 года. Но на следующий день, 10 сентября, Управление гражданской авиации Молдовы выпустило операционную директиву, которая запрещала национальным операторам выполнять полеты в воздушном пространстве Российской Федерации. Власти Кишинева тогда заявили, что такие полеты представляют риск и квалифицировали заявление Air Moldova как инструмент манипулирования и дезинформации. В ответ Москва раскритиковала Кишинев, обвинив в навязывании политической воли вопреки экономическим аргументам и истинным желаниям и интересам собственных граждан.